В городском округе работает более 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства. В них трудится 33 тысячи человек. Это каждый четвертый житель и 46% от экономически активного населения округа. Они задействованы в оптовой и розничной торговле, обрабатывающих производствах, строительстве, предоставлении услуг и так далее. Вклад в бюджет городского округа только за прошлый год составил более 110 миллионов рублей налоговых платежей. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в Нефтекамске несколько лет существует такой вид поддержки, как субсидирование части затрат по лизинговым платежам. В прошлом году в результате конкурсного отбора 16 предпринимателей получили финансовую помощь на 12,5 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься и в этом году. Также впервые в этом году будет осуществлено субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства. Таких организаций, которые занимаются трудоустройством социально незащищенных групп населения, или же оказывает им услуги. Под социально незащищенными группами населения понимаются инвалиды, женщины, имеющие детей до 7 лет, сироты, лица, освобожденные из мест заключения свободы, и лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Конкурс будет проводиться с 1 июня до середины июля. Документы будут приниматься организатором конкурса, администрацией непосредственно в отделе торговли и предпринимательства. Или же конкурсные материалы можно представить через многофункциональный центр, который расположен по улице Строителей, 59. В августе данные материалы будут рассматриваться комиссией. Победители будут выявляться по наибольшей сумме набранных баллов.